Автор Эльмира Туматаева. Категория «Здравоохранение». Автору блога – министру здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Дюсенова. Здравствуйте, Тамара Касымовна. Мой сын едет на обучение в США. Одним из требований университета, где будет обучаться мой сын, является наличие у него прививки менингококковой вакцины. К сожалению, в Республике Казахстан мы не нашли клинику, где он мог бы получить вышеназванную вакцину по причине ее отсутствия. Ни в частных клиниках, ни в городской поликлинике по месту регистрации нам не смогли помочь. Где его смогут привить менингококковой вакциной, либо какое квалифицированное медицинское учреждение может представить нам справку с указанием объективных причин отсутствия данной вакцины. Спасибо. Уважаемая Эльмира Самудиновна, национальный календарь профилактических прививок Республики Казахстан, проводимых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, не входит вакцинация против менингококковой инфекции. Ранее данная вакцинация проводилась платно в частных медицинских организациях Республики. К сожалению, на сегодняшний день менингококковая вакцина отсутствует в Казахстане в связи с завершением ее срока регистрации. Также сообщаем, что медицинскими организациями страны не выдаются справки с указанием объективных причин непривития вашего сына вакциной против менингококковой инфекции, так как данная форма справки не предусмотрена в приказе министерства. В Казахстане существует единый календарь профилактических прививок. По этому календарю проводятся прививки против 10 заболеваний. Начинается с рождения ребенка против вирусного гепатита и туберкулеза, затем против коклюша, дифтерии, столбняка, против гемолитических инфекций. Это обязательные прививки, которые мы должны получать с рождения и в декретированные сроки. Существуют специальные противопоказания от прививок. Это острые заболевания, обострение хронических заболеваний, судорожный синдром. Но отказываться же от прививок нежелательно, так как благодаря этим прививкам эти заболевания у нас в Казахстане их почти нету.